Как разглядеть, за ним след нечеткий. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые с крестами на броне. И старшая, действительно старее, как от кошмара заслоняясь рукой, скомандовала громко: «Батарея! Ой, мамочка, ой, родная, огонь!» И залп. И тут они заголосили, девчоночки запричитали всласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежная рябоя, был ветер, обжигающий горяч, блинный плач висел над полем боя, он был слышней разрывов, этот плач. Ему протяжному земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, страшно мне, ой, мама! И снова батарея! И уже перед ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями, бой медленную кровью истекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву. И честь свою в буквальном смысле слова. И родину, и маму, и Москву. Вещение, пружинящие ветки, торжественность венчального стола, неслыханная, ты моя навеки, несказанная, я тебя ждала. И губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в 45-м, конечно, к тем, кто сам пришел с войны.